Слушайте, меня в последнее время все чаще терзают смутные сомнения. Складывается полное ощущение, будто бы они там, я имею в виду чиновников, слуг наших, считают нас законченными идиотами. По недавним примерам предлагаю промежаться. 5 октября в больницу города Великие Луки поступили сразу 14 человек детей, учащихся школы номер 7. Ребята потеряли сознание во время школьной линейки, трое вообще в тяжелом состоянии. Поразили версии, которые выдвигались после случившегося, самое нелепое, отравились патриотизмом, и я сейчас не шучу, озвучила ее начальник управления образования города некто Татьяна Лазницкая. Мероприятие было настолько волнительным, что школьники перенервничали, в результате произошло то, что произошло. Блин, это должно быть вписано в учебники по госуправлению, а лучше... По психиатрии у тебя 14 человек на скорой увозят. Это от патриотического волнения, оказывается, им плохо стало. Ты меня не торопи, я буду рассказывать тебе все постепенно. Понемногу. А то, знаешь, информацией можно отравиться. Как едой. Ну или в сторону Камчатки снова давайте посмотрим, где в конце сентября тысячи морских гадов погибли. Недавно ведь смеялись над тамошним МЧСником, что на всю страну брякнул. Народ, вам оно показалось, фотошоп йента, ага. Но академики из ран МЧСника сделали. Причиной ЧП, которое все-таки имело место, хоть в этом признались, так вот. Причиной ЧП стали токсичные водоросли. К слову, о водорослях вообще сообщили, что они бывают токсичными. И собирается ли в обозримом будущем правительство выделить энную сумму народных миллиардов на борьбу с вредоносной тихоокеанской флорой? Впрочем, предлагаю еще от уфологов комментариев дождаться, особенно если миллиарды все-таки выделят. Нельзя ведь сбрасывать со счетов и предположения об инопланетянах. Ну а теперь серьезно. Поражает совсем не это. Поражает, что люди на данный бред ведутся, и это уже диагноз, по-моему... Начинаем! Хотя, вы знаете, сейчас скажу страшную вещь, а я иной раз даже понимаю наших чинуш, мы ведь сами даем им благодатную почву для издевательств. Простой пример опять приведу. На днях разместил в соцсетях пост из своего ТикТока. Кстати, мы теперь и в ТикТоке есть, заходите, подписывайтесь. Короче, разместил там пост, вот этот, называется «Соловьева послали». Те, кто видели мою предыдущую программу, там фрагмент из нее. Я рассказываю о том, что пропагандисту номер один уже люди не доверяют. Интервью отказываются давать, опасаются, переврет их слова. И отсылка истории с омским врачом, лечившим Навального сразу... После отравления, который в мягкой форме предложил Владимиру Рудольфовичу в ответ на его просьбу об участии в эфире пойти куда подальше. Ну вот, ладно бы просто лгали эти уроды, они ведь людей подставляют. Им уже интервью боятся давать, подозреваю, потому что уверены, наврут с три короба, фиг потом отмоешься. Борис Теплых пишет, вы хотите, чтобы я ему фак в прямом эфире показал? Не надо нарываться, я... Не из ваших. Не поверите, но нашелся индивидуум, который начал строчить комментарии, мол, при чем тут Соловьев? В видео о нем ни слова. Типа, зачем обманываете людей, делая такие заголовки? Отвечаю, вы видео посмотрите, потом вопросы задавайте. Человек не унимался, посмотрел, все равно ничего не понял, Соловьеве ни слова. И вот как с нашими людьми общаться? Как им пытаться что-то донести тебе уже как ребенку? Все разжевали. Сделали из этого мультик, просто нажми кнопочку play, посмотри данный мультик. Проанализируй услышанное, увиденное. Так ведь даже этого сделать неохота. Конечно, будем надеяться, что данный персонаж просто тролль. Но я эту историю рассказал-то к чему? А у нас ведь действительно подобных людей очень много. Кто-то живет по принципу «не читал, но осуждаю». Кто-то все-таки что-то там читал, но не потрудился при этом хотя бы поверхностно просканировать полученную информацию. Давайте честно. Многие ведь из вас попадались на новости фейкового агентства «Панорама». Оно, правда, позиционирует себя как юмористическое, такие бредни размещает.
Всем бездетным мужчинам присвоят статус гомосексуалистов. В Крыму введут крымские рубли. Эксперт ОЗХО, не подписавший протокол отравления Навального новичком, попал под трамвай за час до пресс-конференции. Ну и так далее. Че, не прав? Ну попадались ведь вы на эту удочку. А все почему? А потому что лень. Лень проверить. Вот ты какой-то частью мозга понимаешь, что он наибольше похож на бред. Ну написано же. И вот так вот постепенно россиянин деградирует. Все эти панорамы существуют и финансируются только с одной целью, чтобы ты привык верить в чушь. Со временем твое подсознание сдастся, и ты действительно перестанешь удивляться ерунде даже от официальных лиц, даже от президента. Или я не прав? Это реальная журналистика, мы сами себя уничтожаем. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А в Госдуму тем временем внесли чудовищный законопроект, так называемый закон Крашенинникова-Клишаса, по которому у родителей можно будет отобрать ребенка в течение суток. В конце сентября правительство уже одобрило данный документ к рассмотрению. А теперь что о том, что ж там такого чудовищного? На первый взгляд идея как раз очень классная. Человек, который я политикой не интересуюсь, а таких в нашей стране большинство, на данном этапе даже не поймет, какую свинью ему собираются подложить. Оно и понятно, все это очень красиво называется законом о защите семьи. Пропагандисты уже из трусов выпрыгивают, вводя народ в заблуждение заголовками типа «Опека не сможет забирать детишек у мамы и пап без суда», казалось бы. Ну здорово, чё? А то эта опека хуже бабы-яги, что хотят, то и делают. Пожаловалась какая-нибудь больная на голову соседка. Ребеночек-то у них грязный, ходит не емши. А родители с утра до вечера на работе. Приехали, забрали без разговоров. Все, гуляй, Вася. Мало мы таких историй видели, что ли? Трехлетняя Галя в присутствии посторонних говорит только с сестрой. Мама объясняет, ребенок до сих пор боится, что его снова заберут. Однажды двух ее девочек и еще двоих сыновей, сегодня они оба в школе, увезли в неизвестном направлении. Приезжайте срочно, ваших детей увозят. Я куда увозят? Представляете, у меня ноги вообще не чувствую, я стоял в ступоре. В Камешковский район увозят их, детский дом. И вот тут казалось бы, если детей... А вот если закон Крашенинникова и Клишаса примут, ой, как все здорово изменится. Нарисовались у вашего порога господа из ПДН, а вы им не пошли бы вы, ребята, на три буквы в суд. Ну классно же, согласитесь, вот и я думаю, классно. Ага, для тупого неандертальца. А теперь давайте поглядим на другую сторону данные медальки. Об этом пропагандисты почему-то умалчивают по пунктам. Первое, процедуру отъема действительно планируют осуществлять через суды и только через суды. Правда, это будут экспресс-суды, проводить их собираются в закрытом режиме, а решение будет выноситься в течение суток. То есть на все про все, на поиск адвоката, на изучение материалов дела, на сбор доказательств у мамы и папы есть всего 24 часа. Не уложились? Помашите рукой дочке или сыночку. Второй момент. А теперь давайте заглянем немного дальше и представим себе ситуацию, когда ребенка уже забрали. Вот сейчас, если вдруг такое произошло, родитель воюет только с опекой, и такая война, согласитесь, все-таки оставляет человеку шансы отыграть ситуацию назад. А теперь представим, что закон о защите семьи приняли. Ребятки, да при таком раскладе оспаривать придется уже судебное решение. А вы хоть раз пробовали это делать? Вообще, представляете себе, какой это геморрой? Оспорить в России решение суда? Ну и третий момент. Наверное, каждый из вас сталкивался с так называемыми письмами счастья о штрафах за нарушение ПДД или там за невыплату кредита, за просроченный платеж по коммуналке сталкивались. А сколько раз вас при этом приглашали на судебное заседание? Все, как правило, узнают о вердикте постфактум. Нет. А почему? Да потому что там конвейер. Такие иски пачками рассматриваются. Решения тупо штампуются. Чаще всего не в пользу граждан. Мы хотим того же самого по детским вопросам. Ну
Ну и еще один момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание в данном случае. Давайте не будем забывать, что мы с вами живем в России, чуть выше сказал. Это территория правового беспредела. Здесь в любую секунду любой закон могут вывернуть против гражданина, даже если закон изначально направлен на защиту этого гражданина. Ну что, мало народу привлекли за репосты в соцсетях. А как все преподносилось? Да мы же за борьбу с фейками. Да чтобы детям на глаза всякая гадость не попадалась. Да чтобы оскорблений было меньше в интернете. А какое количество граждан наказаны за участие в несанкционированных митингах, хотя тоже подавали идею, я имею в виду идею уведомительного характера проведения массовых мероприятий, оно для вас. Дабы беспорядков не случилось, полицейские на митингах людей охранять начнут. Вот ради чего стараемся. А на деле? Господа, я просто опасаюсь, что в случае вот с этим ювенальным законом мы тупо получим рычаг давления на чересчур активных граждан, например. Закон станет средством борьбы с инакомыслием или просто послужит кому-то для шантажа, его вот так вот начнут использовать. В общем, думайте, какой подарок вам снова приготовили благодетели. Ну и закончим сегодня на оптимистической ноте. Рейтинг доверия Владимиру Путину продолжает оставаться на уровне 33%. В начале года этот показатель был несколько выше 35%. Хотя вот вы знаете, я посмотрел, как Левада эти свои опросы проводит. На мой взгляд, они совершенно некорректны. Человеку предлагаются 5-6 фамилий, и вот из них ты должен выбрать, кому доверяешь больше. То есть такой выбор без выбора, как обычно в нашей стране. Иванов, Петров, Сидоров, Путин, выбирай. Ну это же бред. Вот блин, я кота своего кормлю одним и тем же кормом. Не потому, что я живодер, ветеринар, так сказал. У производителя есть всего две его разновидности в смысле корма с курицей и с говядиной. Внимание, вопрос. Справедливо ли говорить в данной ситуации, что мой питомец предпочитает исключительно вот эту вот марку кормов? Это все, что нужно знать об измерении рейтинга Владимира Владимировича. А впрочем, пока мы все дружно не осознаем, что отличаемся от котов, вряд ли нас ждут перемены к лучшему. Все. Это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь, кстати, на наш второй YouTube-канал. Мы планируем поменять место дислокации, потому что в обозримом будущем здесь нас конкретно давят. Ссылка сразу под видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь. Темы предлагаете. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.